Бабочка. И победила Настя! Это 9 евро. Что-то потрескалось там. Всем привет! Вы на канале Мария Майгад. И сегодня у меня видео с... моей двоюродной сестрой! Вы сейчас ее видите на экране. Мама нам подготовила разные товары, и мы будем угадывать вместе с Настей их цены. Только мы будем угадывать в рублях, потому что мы с Настей в разных странах живем. Настя живет в Казахстане, я в Литве, у Насти тенге, у меня евро. Поэтому, чтобы было легче, мы взяли переводчик денег в рубли. И каждый Настя будет переводить из тенге в рубли, а я буду из евро в рубли. Вот, и будем говорить все цены в рублях. И выиграет тот, кто назвал цену более точнее. Сейчас будем начинать. Дам вам первый товар. Смотри, какой милый. Хочешь оленя себе? Да. У нас время 1 минута, Настя. Две, я, блин, не знаю. Ну, тут слишком мало как будто. Так, ну я думаю, вот столько примерно, возможно, или нет. Ой. Ну вот так, я не знаю, возможно, или нет. Мой ответ, я считаю, что этот товар стоит 1063 рубля. А в евро это 15 евро. А ты? 15 евро? Я думаю, что это 300 рублей. 300 рублей? И сейчас мы узнаем, кто был прав. Я сказала, что вот этот товар стоит 1063 рубля, а Настя сказала, что он стоит 300 рублей. Давай, мама. Этот олененок стоит 495 рублей. И победила Настя, она забирает олененок. А как? Он же очень дорого, вот эти вот игрушки, они очень дорого стоят. Ну ладно, Настя, теперь ты твой олень. Большая, вот давай. На. Я тебе привезу потом. Давайте следующий раунд. Вот такой блеск для губ от Max Factor. Фу, да, наверное, сложно будет. Я даже не знаю. Сколько она может стоить? Ну, может быть. Возможно, эта помада стоит 425 рублей. А Настя? Ой. Я думаю, то, что это 350 рублей. 350, а у меня 425. На самом деле этот блеск стоит 921 рубль. Вы обе были, конечно, неправы, но Маша была ближе. Да, поэтому Маша забирает этот блеск для губ. А сколько это в евро стоит? 10 евро? 12,99 евро. А чё так дорого? Ну это же Max Factor. Я думала, 6 евро она максимум стоит. Итак, следующий раунд. Вот сюда я буду складывать. Вот сюда я буду складывать свои вещи, а вот сюда я буду складывать вещи, которые должна отдать Насте. Потому что я как раз поеду в Казахстан зимой. Мы будем вместе отмечать Новый год. И я ей подарю. Я еще должна ей куалу. Вот это вот заднюю. Давай, мам, следующий раунд и следующий товар. Лови. О, какие красивые очки. Это очки для плавания. Сейчас откроем. А это для кого? А, ну это ж кому попадется. Как это открывается-то? Опа. Как бабочки. Как вот это, да? Что-то потрескалось там. Я прочитала. Ну, я, мне кажется, они недостаточно. Ну, короче, я пока не буду говорить. Я сейчас думаю, что они стоят на где-то столько. Нет, даже вот. Все, я знаю. Все, я тоже. Я думаю, то, что эти очки плавательные стоят 1417 рублей. 1400 рублей, короче. А я думаю, что они стоят 1000. Ну, с копейками, короче. Я думаю, 1400. Настя, 1000 просто. Сейчас я буду с
10 рублей. Сейчас мама объявит нам правильный ответ, кто ближе. Эти очки не дешевые, они стоят 1403 рубля. У меня 1417. Ну, короче, 20 евро, да? 19,8 евро, да. А Настя не угадала. Поэтому эти очки я оставляю себе, смотрите, такие красивые бабочки. Итак, ребята, у нас уже четвертый раунд. Ой, да, четвертый. Раз, два, три. Ну, значит, четвертый. Ладно, да. У нас сейчас четвертый раунд. Давай, мама, показывай нам следующий товар. О, мой мерч. Так нечестно. Я честно не знаю, сколько он стоит. Боже, я смотрела там, я забыла все. Это футболочка с Ламой из новогодней коллекции. Вот она сейчас на мне такая же. Поэтому, кто хочет такую же футболку, заходите. Покупайте мой мерч на моем сайте, ссылка в описании. Так, ну, я думаю, примерно столько. Мы ждем, пока Настя тут пробует угадать, сколько стоит мой мерч, моя футболка. А я уже написала. Да, знаю, примерно. Все? Да. Настя, давай ты первая. Я думаю, это что твоя. Футболка, твой мерч стоит 750 рублей. А я думаю, что мой мерч, моя футболка стоит 1400 рублей. Давай, мама, объявляй. Футболка у нас на сайте стоит 1490 рублей. Настя ровно в два раза сказала дешевле. Не, я просто знала, что у нас в евро мой свитшот стоит 40, поэтому я типа просто 20. Да, вот типа я просто отняла 20 в футболку. Не получишь ты мой мерч. Итак, у нас следующий раунд, пятый раунд, и давай, мама, показывай наш, давай. Лол, смотрите, новый новогодний, блестящий, ну, опять что-то. Ну ладно. Так, все, Настя написала, я написала. И сейчас объявим, кто что написал. Кто думает, сколько стоит этот лол. Я думаю, что этот лол стоит 1416 рублей. А ты? 116? 1416. А я думаю, что это 1900 рублей. Не знаю, ну давай, мама, говори. Я знаю, почему ты, Маша, знаешь точную цену. Ты недавно Ане покупала, да? Не этот, а ты малышке покупала ей. Маша угадала прям копейка в копейку. 1416 рублей стоит этот лот. Потому что это в евро 19,99. Да. А Настя немножко не угадала. Ты что, лол не покупала никогда? Еще. И у нас следующий раунд, и у нас тут носки. Я написала цену, а Настя, ты? Так. Все, я знаю. Ну, я думаю, что это стоит 212 рублей. А ты? Я думаю, что это стоит 200. Ладно, сейчас я поменяю, потому что у нас почти одинаково. Я думаю, что это стоит 213 рублей. А ты сколько сказала? 212. Это же дорогой бренд. Девочки, 422 рубля стоят эти носки. Но Настя на 1 рубль была ближе, поэтому Настя забирает эти носки. Настя, все, ты забираешь эти носки. У Насти, Настя угадала пока только две вещи, а я раз, два, три, четыре. Итак, у нас следующий раунд. Давай, мама. Это свитшот, у меня такой свитшот есть уже. Вообще, Настя, мы это купили тебе, для тебя, чтобы отвезти как подарок. Но мы решили его показать в челлендже. Это Tommy Hilfiger, поэтому это должно дорого вообще стоить. Вот. Далеко.
Вот кофта Томми Хилфигер. Ну это точно стоит очень дорого. Я не знаю. Не знаю, вот так, я думаю, стоит. Ну ладно. Все, я знаю. Давай говорить первое. Мне кажется, что этот свитшот стоит 3340 рублей. А мне кажется, что он стоит 9213 рублей. Он очень дорогой, мне кажется, вообще. Этот свитшот стоит 4316 рублей или 60 евро. 60, а я думала 130 он, наверное, где-то стоил. Настя, поздравляем! Настя, отправляю его тебе. Теперь твой подарок на Новый год – это свитшот, олень и носки. Олень и носки. Итак, у нас последний раунд и последний – это адвент-календарь. Харибо тут, мармелад, я хочу это очень себе. Короче, я знаю. Откуда ты знаешь? Я ты знаю. Что? Ну ладно, я не знаю, сколько это может стоить, но возможно столько, не знаю вообще. I don't know, девочки. Давай, Настя, говори. Мне кажется, адвент-календарь стоит 850 рублей. 850. А мне кажется, что он стоит 1200. А какой у вас сейчас счет? 3-4. У меня 4, у нас 4. Ага. В этом раунде побеждает Настя, потому что адвент-календарь стоит 892 рубля. Так, ура! Адвент-календарь достается Насте. Но мы его откроем вместе. Я привезу Насте тебе его, мы откроем, ты откроешь его и сразу сожрешь все конфеты, да? Да. У нас ничья в этом челлендже прекрасном. Я сейчас буду прощаться с Настей и буду прощаться вместе с вами. Обязательно поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал. Также обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше видео. А также отметьте в подсказке, хотите ли вы еще видео вместе с моей сестрой двоюродной. Потому что мы поедем в Казахстан и скоро будем очень много с ней снимать. Вот, поэтому обязательно отметьте в подсказке. Вот Настины подарочки, я их обязательно привезу. Настя, тебе. Да. Снимаем побольше таких челлендж, чтобы Маша мне потом побольше подарочков. Ну ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока! Пока-пока!